Где погиб в 5 утра, собралось полсела втихаря, нюхал клей, потерял сознание. Старый падал крайне неудачно, зацепил затылком угол унитаза. Вот такая вот судьба у наркомана, бабка сонет, ушел где-то жизни рано. Зря-зря бабу Люду оставил одну, кто защитит, кто поможет. Тут я влюбился в одну авантюру, как поиметь с этой бабки валюту. Давненько внук хотел себе то-то шмотки, малолетний дебил не втыкал, где взять бабки. А, теперь стало ясно, теперь все стало ясно. Спизи пенсию, бабки нам не надо, с ней считаться, все равно умрет. Как дед ебанутый ее, так быстрее хватай кошелек и беги. Может она нас догнать, ее годы ушли, и поэтому дряхлая плоть не дает ей бежать так же быстро, как мы задоносим, и все. Старая мразь хочет гречку и сосиски, и пельмени, охуела в край совсем. Пусть ест быздорога, внук себе купит орган, и все по справедливости, ведь это жизнь. Слушай, я теперь понял. Хорошо, что, блядь, этой рекламы не произошло, блядь. Как хорошо, что этой рекламы не произошло. Какой, блядь, какая бабка, пусть ест пыль с дорог, блядь, а внук себе купит арканы. Да, пиздец. Я бы потом зашел себе скинчиков купить, конечно. Пару скинчиков купил бы, да? Конечно, естественно. Да, нормально. Слушай, если ты не будешь на канал заливать, то хотя бы ВК, типа там... ВК хотя бы? Надо ее отрендерить, чтобы оно не лагало. А то сам клип лагает, пиздец. И че так оно громко все орет? Смотрю, секунду. Отредактирую, блядь. Дед погиб. Да. Йоу.